У меня прицела нету. Вам стреляют. Отдай мне прицел, у меня прицела нету. У меня игра вылетела нахуй. Ты бот был. Там еще. А то мы не поняли. А, да, у тебя такая же. Ага. Как он меня не убил, это бот, наверное, был. Ебать, у него третий рюкзак, это Илюшка, я не верил, что это бот. А там что, живые вообще, не? Чё ща прыгать? Ты там все равно. Мне кажется, опять дичь какая-то творится. Я ботов тут убиваю. Ты прикалываешься, а? Когда тебя спрашивают, есть ли у тебя деньги, я тебе сколько раз говорил, на денег все, да. Так что жить за же? Я тебе говорю, поэтому позвал. Бля, как в холодильник заходишь и посмотреть, нахуй, там. О, пятерки. Несколько раз, блядь. Один хуй знает. Лёшка, я оставил. Я не весь что, конечно, но сколько есть. Я в это время чувака успел убить. Да мне пофиг, чем ты там занимался. А, я у него нашел 200 патронов, нахуй, нахуй, где твои нужны. Ты в курсе, что у тебя фары горят? Выключи, включай фары-то, блядь. Береги, как это, экономи электричество. Это по нам. Положил. Ну все, мы живем. Блять, забор. Он слишком маленький, чтобы его заметить. Бля, в тумане вообще ничего не видно. Бля, кому пулемет надо? У меня есть. А я не пользуюсь таким дерьмом. Я сейчас, блядь, перезаряжусь-ка. Что это дерьмо, я им не пользуюсь. Я даже 8x не вижу никого. Чувак, по-моему, на этой карте 8x не нужен. Вот. Положил. Иду добивать. 8x не нужен. It was at this moment that he knew. He fucked up. Жон, что за пердай, Асун? Гумно тебя хочет! Шнецу, ебану! Курва, мать! Бегаем с X8 и смотрим просто туман. Чё ты там мямлишь? Я не пойму ни черта! Хочешь мне что-то сказать? Так вытащи хуй изо рта! Видишь, когда тебе надоело долбиться в зелёнку, тебе ребом долбиться в туман. Это капец, блин. Парень. За камнем вон там. Да. Бот, скорее всего. Положу его. Блин, я гранату туда кинул уже. И где она? А. Ну вот она. Военкомат следит за тобой. Блять, еще хуже. Да, это вообще самая большая страшилка, где я сейчас, наверное. Че там? Чувак, где-то. 190, что ли? Где? Подожди. Я не знаю. Все, на. Еще? Нет. Или не показалось? С кем вы сейчас стреляете? Он бессмертный, блядь. Так он же умер, вы чё? В смысле умер, от него кровь хуярит. Да кровь даже от трупа хуярит, ладно. Готово, тупо. Вдвоем отработали красиво. Вы что, до времени на него упали, что ли? Я там были. Где-то там бежали, чуваки, точно видел. Если это были кусты, то я долбаю. Бегающие кусты. Жму в никуда, пацаны, обращайтесь. Положил одного. Там их двое? Блять, патроны кончились.
Не оба там? Да-да-да, за деревом второй. Сейчас помечу его. Вот, за деревом пометил. Он у вас по спиной. Все, добись. Я вообще не туда хейш кидал. А нет, все правильно туда. Я умудрился с помощью коллиматора из калаша попасть. Я ползу. Я туда не пойду. Так еще где-то. Сука. Я смогу. Давай, нажимай. Я не попал. А, ты не ту ракетницу, да, блядь, лази. Долбоёб. Ты не из той ракетницы стрельнул. Я же сказал, у меня в руках какая ракетница. Какая? Так я откуда знал, что ты про это имеешь в виду? Блять, Владик, только зря ракетницу проебал. Ракетница, блять, перепутал. Я Илюшке расскажу, он заржет, блять. Я, короче, блять, найду Панцерхаус, блять, этот ебаный, скажу, это пистолет. Серьезно? В интернете очень много ругают. Чего, блять? Меня бот положил. Нас отсюда не выпустят вообще никак. Вот там вот. Можем зарашить его. Он один там. Можем. За синей постройкой. Поверь, мы не можем. Эй. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. Хочешь, докажу тебе, сука? Парни, у меня патроны кончились. Все, нахуй, я вам сейчас покажу, нахуй, мастер-класс. Здание или внутри? За здание. Бил, Илюшка, ласт вот там вот. Ебать, я зажал двоих, охуеть. Илюшка прям вообще вовремя раз пошел. Да, блядь. А чё, там за камнями сдохли. А ты ещё такой, блядь, да нет, у нас не получится, Илюшка. А как? Или я ещё остался? Так я понял, да? Нет. Спину настрелял ещё. Ну так вот, идёшь, всё совпало. Так нет, идёшь, надо было просто поверить. Идёшь поверить и всё. Блядь, что это? Это ты там, что ли? Я не знал, что ты там. Лайк, лучше бы ты на видео смотрел. Я слышал, я не видел, но я слышал, как ты там, блядь, все патроны себе высадил.